Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Эти люди не боятся проявлять свои чувства к близким, но в то же время именно эти люди могут, использовав мощный потенциал своего имени во зло, быть совершенно аморальными, ленивыми, жадными или наоборот транжирами, а также легко поддаются всевозможным фобиям. Эти люди умеют организовать других людей. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, чрезмерное желание ухаживать за другими людьми. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук Г у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Они всегда стремятся действовать. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.